you like to do more drill, the better you come to 720. I will be inshallah here again. Это пустыня, детка. Абу-Даби, столица Эмиратов. Столица, как известно, которая находится в пустыне. Воды, как известно, нет. Но мы с вами, друзья, просто в оазисе. Таких оазисов в древние времена невозможно было даже представить себе. Самой невероятной фантазии. И вот она, сказка наяву, тысяча и одна ночь, столько же дней. Безжизненная пустыня, воды бы глоток. Учку двух, три колодца. Это чудо техники начала 20 века, дорогие друзья. Вот тогда это была диковинка и супер инновационная вещь, как бы сейчас сказали. И ездить только очень обеспеченные люди.
опять быстренько двигаемся дальше. У нас времени в обрез. А у нас на горизонте кто у нас? А кто у нас проходит и не замечает? В упор идет и все. Да-да. Все, идет в упор, но чуть не затоптала. И пошла мимо, и все. В упор не увидела. Ну что, а как настроение, как впечатление? Вот. А вы ездили вокруг этого? Чего? Естественно. Да. Я уже тут бегал тоже, язык на плечо. Устал. Ну сейчас еще сколько там? Полчаса, 40 минут. Все, я еще побегу тут. Да. А можно я вас попрошу? Меня? Да. Синхронизируем. Итак. Посмотрите. Слово не собрал, вот. Видно? Да. Вот. Представляете, и стоило это удовольствие, кучу денег. А сейчас люди на чем ездят? Ну как на чем? А кто у кого по деньгам? Кто на телеге, кто на трамвае? На Феррари. Ну да, естественно. Да, у каждого свой уровень. Так, дорогие друзья, мы уже опаздываем на свой шаттл-бас. Так, где мы находимся? Уже нужно спешить 5 минут, долго ждать не будет. Так, понятно. Опа, здесь мы уже были, на фонтанчиках мы уже снимали. Так, значит, не туда мы побежали. Опа. Так, я что-то не понял. А нахрена была та дверь, а? Кто так строит, блин? Кто так строит, ну? Я сюда заходил? Да. Сделал круг и пошел на бар. Так, подруга, похоже, без покупок. Да, значит, обмывать сегодня будет нечего.